Наркологический центр выздоровления. Лечение запоя. Кодирование. Хорошей вам погоды в душе и за окном. Это августовское воскресенье обещает нам сухую по меркам нынешнего лета и вполне теплую погоду. Более подробно о том, как будут складываться погодные условия воскресенья, далее. Итак, воскресенье, 20 августа, в Магнитогорске ночью температура воздуха составит 15 градусов тепла, утром до плюс 19 и сухо. Днем будет 23 градуса, к вечеру похолодает до 15-16 тепла и без осадков. Белорецкий, Абзаково, весь день облачно, без осадков, утром плюс 9, днем до плюс 18. В Сибае до 14 тепла ночью, днем 24 со знаком плюс. Облачно и главное, что без осадков. В столице Южного Урала утром термометры покажут 13 градусов, днем плюс 21. В течение дня пасмурно. На этом у меня все. Хороших вам новостей и прогнозов на будущее. До завтра.